Кубы Кенджи. Я занимаюсь волейболом уже 6 лет. Начала заниматься волейболом в городе Новомосковск, Тульской области. Это в России находится. Это мой второй сезон в профессиональном спорте. Изначально я попала в сборную Московской области, отыграла там сезон. Затем поступило предложение от Тулицы. Отыграла сезон в волейбольном клубе Тулица по молодежной лиге. И в итоге поступило предложение от Кенджи. Мне выпала возможность поиграть за границей. И мне посчастливилось, что я оказалась в волейбольном клубе Кенджи. Потому что очень сильная команда, очень сильный тренерский штаб. Также у нас очень преданные болельщики, которые мотивируют и заряжают нас на победу. И они являются также частью нашей команды. Город очень красивая природа. Ну, естественно, очень сильно отличается от России. Все. Ну, впечатление было только хорошее. Все девочки намного старше, намного опытней. Вот. Ну, для меня это огромный плюс. И все девочки очень сильные, вся команда. Также тренерский штаб тоже, ну, прекрасный тренерский штаб. Вот. Также подсказывают, постоянно говорят. Вот. Руководство тоже очень хорошее. То есть меня прекрасно встретили. От команды я жду высокой самоотдачи, сплоченности и, конечно же, побед. Это все, что нужно для успеха. От себя я жду полной самоотдачи на площадке. Я очень хочу выложиться и проявить себя на максимум и, естественно, внести свой вклад в победу своей команды. Наша команда очень ждет всех болельщиков на играх. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Ну, конечно же, у клуба, у команды, у всех цели очень высокие. И, конечно же, установка на победу, на высокие места. Ну, будем стараться, будем проявлять себя, показывать на максимум. Находясь в этой команде, я могу быть уверена, что вместе все мы сможем достичь этого, достичь наших целей. На данный момент я вам не могу сказать, как все может сложиться, потому что, ну, спортсмены, знаете, вот я не знаю, где я окажусь в следующем сезоне. Если все, конечно, сложится хорошо, то, естественно, я думаю, что я бы хотела остаться. И буду, конечно, стремиться к тому, чтобы попасть в национальную сборную Азербайджана. Мой кумир в волейболе – это Анна Подкопаева и Татьяна Симонихина. Ну, команде могу сказать то, что девочкам именно, что нужно работать, выкладываться на максимум, и тогда все наши старания, они все окупятся, и мы сможем достичь наших высоких целей. Тренерскому штабу могу пожелать терпения, и, естественно, хочется, чтобы мы радовали их своей игрой.